Оперативники просмотрели камеры видеонаблюдения в Первомайском районе. В первую очередь их интересовали мужчины в камуфляже. Таким образом, им удалось установить личность, похожего на фото робот-мужчину. Ему 35 лет, он живет в этом же районе и, как оказалось, в день происшествия находился возле 19-й школы. Сам мужчина пояснил, что он в этот момент справлял нужду, в тот момент, когда проходили за его спиной девочки. А девочки опознали его? Да, в ходе проведенных опознаний одна из потерпевших опознала данного мужчину как именно мужчину, который находился в тот день на территории школы. Следствие сейчас предстоит выяснить, виновен ли мужчина в том, в чем его обвиняют школьницы. Татьяна Баловнева, Константин Белов, «Наше время».